«День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Рост тарифа на проезд. Крюк в 50 километров. К чему еще привыкают жители Алтайского края после закрытия старого моста? Свинец и тяжелые металлы. Что еще могут съесть жители Борзовой заимки из-за снегоотвалов у их домов? Маленькая жительница Барнаула каждый день угасает от опухоли мозга, но шанс на жизнь еще есть. Иткульский спиртзавод, находящийся в стадии банкротства, вновь остановил производство. Об этом нам сообщил глава Соколовского сельсовета Юрий Митрофанский. На работу выходит лишь половина сотрудников. Скорее всего, по словам Митрофанского, они выполняют там какие-то ремонтные работы. Напомним, в конце прошлого года предприятие запускало производство, но уже в январе, по сообщению главы поселка, ни водочный, ни спиртовой цеха не реанимировали. Он надеется, что это случится в ближайшее время, когда у завода появится новый собственник. Ранее заявлялось, что им может стать Маруся Beverages. Завод находится в полной боевой готовности, то есть он может заработать хоть завтра. То есть оно будет такое, принято будет такое распоряжение руководством завода, и завод запустится. То есть запустить завод можно хоть завтра. Мы знаем точно, что работать предприятие дальше обязано и должно. Это градообразующее наше предприятие. Мы без завода не знаю как. Митрофанский верит, что завод заработает уже в январе. Кстати, о том, что кризисную ситуацию преодолеют с новым собственником, говорил и губернатор Виктор Томенко. Правда, официальный работодатель заявлял, что в январе большая часть сотрудников может оказаться без работы. Извещения о сокращении были вручены еще в сентябре. Губернатор надеется, что эти намерения останутся лишь на бумаге. Повышение проезда, пробки и транспортные заторы. Старый мост закрыт на реконструкцию. Продлится она как минимум 2 года. Все это время пассажиры и водители обречены на массовые неудобства, какие расскажет Валентина Аскерова. Еще неделю назад на Правобережном тракте машин было меньше, но с 5 января с закрытием старого моста транспортный поток начал расти. Сейчас это единственный въезд в город со стороны Новоалтайска. Автомобилисты уже нагрузку ощутили, да и я вижу, что машин здесь прибавилось. А ведь это еще не лето, не дачный сезон, когда въезжающих и выезжающих за город станет гораздо больше. В связи с закрытием старого моста дополнительная нагрузка легла и на некоторые центральные улицы города. Красноармейский, Комсомольский, Ленина, улица Мамонтова. На них транспортный поток увеличился в 2-3 раза. И особенно в часы пик здесь образуются серьезные пробки. В проблемных участках, где больше всего движения транспорта, инспекторы ДПС несут службу и при необходимости регулируют дорожное движение, обеспечивая бесперебойное движение транспорта. В ГИБДД даже вывели дополнительные экипажи ДПС. Их задача – разгрузить проблемные участки города. Сейчас их нету, но по утрам, по вечерам, когда машин особенно много, они патрулируют улицы. Изменился и маршрут некоторых автобусов. Так, 125-й едет на Новоалтайск уже по новому мосту, при этом делая крюк. Теперь конечная остановка у него не «Спартак-2», а район ВРЗ. Ну, пока неудобно и непривычно, но привыкнем. А можете сказать, на сколько километров в день увеличился транспортный путь? Не могу сказать, ну, даже не знаю, ну, все маленечко, все равно увеличится. Ну, километров 50, 10. А, за день? Да. Ну, где-то 50, может, побольше, не знаю. А значит, вырос расход бензина на 11-17 литров. С пересчетом на деньги это ежедневно плюс 500-700 рублей. Это если машина на бензине. Чтобы не работать в минус, перевозчик повысил тариф до Новоалтайска. То есть 5 рублей разница? Незначимая. Более, если понять водителей, такой крюк делать, то, конечно, да, надо, чтобы маленько билет подорожал. Да я редко езжу, поэтому... То есть 35-40 рублей не принципиально? Ну, нет. В Минтрансе пояснили, у междугородних маршрутов тариф нерегулируемый. Перевозчик сам устанавливает рентабельный ценник. Но добавили, о росте цены речь все же не идет. Те люди, которые раньше уезжали с Новоалтайска, ЖД вокзала стали действительно платить больше. Но по факту максимальная цена, она не изменилась. Она как была, так и осталась. Между тем, на старом мосту уже снимают асфальт. Реконструкция продлится до конца 2021 года. Но люди готовы терпеть неудобства. Этого ремонта ждали десятилетиями. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. На десятки процентов больше, чем в прошлую зиму. В этом году дорожные службы не успевают вывозить снег. Недовольны жители занесенных дворов и соседи так называемых снегоотвалов. В Борзовой заимке грязному снегу с улиц Барнаула не рады. Подробнее расскажет Андрей Дрейер.
В Борзовой заимке недовольны, им хватает своих сугробов. А тут после снегопадов везут еще из города, как здесь говорят, с грязью и химикатами. Под своими именами жители уже боятся комментировать. Недовольным угрожают судом. Вся вот эта вот грязь, все химикаты, которые из города вывезены со снегом, они все идут, оседают в огороды. И все будет попадать через таяние вод, будет попадать в люди. В скважины. То есть центральной воды здесь, в Борзовке, нету на этой стороне. Весной снегоотвал усугубит паводок. В этом жители уверены. Так выглядит Борзовая заимка, когда Барнаулка выходит из берегов. Сажать овощи в огородах и так невозможно. А если к этому прибавить насыщенный химикатами городской снег, это не сделает лучше почву, грунтовые воды, открытые водоемы. Вред от этого, безусловно, есть, потому что со сметом снега ведь песчано-соляная смесь попадает в достаточно приличных объемах. То есть это как бы взвешенные загрязняющие вещества, которые в итоге попадут в водный объект, туда еще и попадают, значит, продукты сжигания жидкого топлива для моторов, которые вот сжигает. Это, значит, бензины, это дизельное топливо, в составе которых, особенно бензины, там и окислы свинца есть, значит, другие тяжелые металлы. При постепенном вытаивании происходит напитывание лишь верхних слоев почвы. А нижние водоносные слои, они находятся довольно глубоко, и дренирующая вода на такую глубину не опускается. Соответственно, риск того, что питьевой водой, которая находится под землей, отравится, он отсутствует. Раз есть снег, его нужно куда-то свозить. Городом определено 9 мест снегоотвала. Это в Борзовой заимке выбирают традиционно. Власти не видят риска для жителей, просят войти в положение. Уже на сегодня снега выпало в 2 раза больше, чем за всю предыдущую зиму. Вот только населению заимки от этого не легче. Андрей Дриер, Алексей Фризин, «День с толком». На этих новогодних каникулах многие родители заметили, что в городе исчезают ледяные горки. Мест, где дети могут покататься на ватрушках или ледянках, все меньше. Оказалось, тому есть весомые причины. В кавычках. Осторожно, скользко, осторожно, окрашено, осторожно, опасный зверь. В зоопарке «Лесная сказка» уже вынужден размещать знаки на каждом метре. И все равно люди умудряются упасть, испачкаться, что-то поломать и сразу же идут в суд. По этой причине уже 2 года в «Лесной сказке» нет снежной горки. Зоопарку проще отказаться от нее, чем потом платить крупные штрафы. В парке последний раз горка была 2 года тому назад. 5 исков на сумму 1,5 миллиона рублей. Таковы претензии родителей к администрации индустриального района и к парку за то, что их ребенок пострадал. Вот знаете, сколько стоит заноза? Нет. Не знаете? А я вам скажу, 10 тысяч рублей. Стоит заноза ребенку, который сел на скамеечку в зоопарке вот, и посадил себе в одно венное место занозу. Еще 1 января у ДК «Трансмаш» стояла большая ледяная горка, которая пользовалась популярностью у барнаульцев. А 2 числа горка неожиданно исчезла. Поступило несколько обращений от жителей Октябрьского района, мамочек, которые переживали за то, что горка довольно-таки высокая и есть возможность, ну, грубо говоря, там упасть в нее, хотя она и безопасная была. В связи с новым законодательством, правило эксплуатации горки нужно непосредственно перед спуском с горки сотруднику администрации провести инструктаж ребенка, еще и потом его на спуске встретить. В администрации чисто физически не хватит сотрудников, чтобы поставить каждого на инструктаж. Поэтому горку было решено разобрать сразу после Нового года. При этом во многих селах региона горок вообще нет, о них только мечтают. У нас вот, например, допустим, в районе, да, но тоже очень большие горки. Но они не такие, допустим, качественные, но все равно как-то же выходим с внуками, и это самое, катаемся, ничего, что бывает, и это самое, поверхности шероховатые, но катаемся, но не обижаемся. Мне кажется, для ребятишек, наверное, это любые горки, лишь бы была горка, да. Травма ребенка, они везде травмоопасны. Следите за детьми, следите за детьми. Три года барнаулец Николай Худеев строил винтовые горки, снежные аттракционы, заливал каток прямо во дворе улицы Взлетная. Причем, в отличие от многих горок в городе, эти не убирали до марта. Этой зимой пенсионеру не дали построить снежный городок. Говорит, среди родителей всегда найдутся те, кто чем-то недоволен. С
Сергей Писарев вспоминает, его детство прошло на улице, где никто не боялся упасть или пораниться, да и жалобы за переломы на горках никто не писал. Похоже на то, что теперь многие претензии за травмы любимого ребенка – это не воплощение материнской любви, а уже какой-то бизнес на костях. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Подростку из Камня на Оби подарили 1,5 миллиона рублей за неравнодушие. Семиклассник оплатил проезд девушке, она была занята ребенком в автобусе. Этой девушкой оказалась Наталья Мишина, блогер из Санкт-Петербурга. Молодая мама приехала на новогодние праздники к родителям. И в автобусе разговаривала с 13-летним Ваней. Приняла от него неожиданную помощь и узнала, что его воспитывает одна мама, а почти все деньги уходят на ремонт. Чтобы отблагодарить доброго подростка, Наталья опубликовала в Инстаграм пост. Подписчики решили сделать для мальчика рождественское чудо. Так на карту семьи перевели 1,5 миллиона рублей. А чуть раньше Наталья сама пришла к Ване и его маме в гости с благодарностью. Я ее от души поблагодарила за то, что она вкладывает в воспитание сына, все самое лучшее ему отдает, прививает ему настоящие человечные чувства, доброту, отзывчивость, желание помочь близкому своему. Ну, мне кажется, это редкость. 5 бизонов. Так называется акция по сбору новогодних деревьев. Она проходит по всей стране и в Барнауле. Если хотите подарить своей елке вторую жизнь, вас ждут в крупных торговых центрах и в некоторых дворах. Эко-акцию организует движение «Мусора больше нет» уже 3-й год подряд. Зачем ель не нужно выбрасывать, расскажет моя коллега Полина Жданова. Расти несколько десятилетий, чтобы через 2 недели после Нового года оказаться на свалке. Экологические активисты считают, что с елками обходятся несправедливо. Деревья можно пустить на вторичную переработку. Чтобы собирать ели организованно, придумана акция «Елки-палки 5 бизонов». Мы хотим просто дать пример людям, в том числе, о том, что елки – это тоже может быть какой-то ресурс вторичный, и они могут быть повторно использованы. В частности, мы отправляем на подкормку животным. По Барнаулу разбросано больше 40 точек сбора елей. Часть в крупных торговых центрах, часть во дворах. Где именно, можно узнать в группе «Мусора больше нет». Это дело очень нужное и полезное, так как природные запасы, они имеют свойство заканчиваться, поэтому каждая возможность что-то сохранить и приумножить – это дополнительный плюсик для нас всех. Вот так просто выглядит пункт сбора елей во дворах. Рядом находится мусорный бак. Сюда очень просто дойти и выбросить свою елку. К сожалению, не все управляющие компании готовы пойти на такой, хоть и простой, экологический шаг. Поэтому экоактивисты приглашают управляющие компании города и ТСЖ к сотрудничеству и помощи в транспортировке елей, в конно-спортивный клуб «Карина» и на вторичную переработку. Из них производят деревянные плиты. Для выкидывающих отдельная просьба – полностью очистить ели от украшений и упаковок перед утилизацией. Акция продлится до 20 января включительно. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Маленькая жительница Барнаула отважно борется со смертью. 2-годовалая Соня уже несколько месяцев не покидает стены больниц. В 3 месяца девочке диагностировали ретинобластому – раковое образование глаза. На лечение ездили в Москву, а в ноябре прошлого года у Сони начались головные боли и тошнота. Нашли новую опухоль в центре головного мозга. С тех пор девочке все хуже. Тяжелая, крайне тяжелая, на реанимации находится с 30 декабря. Ее забрали с палаты и доставили в реанимацию, потому что состояние ухудшалось. Не могла самостоятельно дышать. Вчера было уже предкомовое состояние, что состояние совсем ухудшилось, и все, и сказали, что, возможно, совсем все будет. Ну, а сегодня мы пришли, она борется со всеми силами, что старается, ей никто не верит, никто не может помочь почему-то. Помочь Соне могут только в столице. Туда отправляли пакеты документов. Но ответа барнаульские врачи не дождались. Дело в том, что там ждут результаты пункции, взять которую невозможно. Опухоль находится глубоко в мозге. И с каждым днем она становится все больше. Мама и папа Сони отправляли письма в новосибирскую клинику имени Мишалкина и в администрацию президента, но пока безуспешно. Родители, а вместе с ними и наша редакция, очень надеемся, что на ребенка обратят внимание и помогут ей выжить. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам выходных.